Здорово всем, Владлен Татарский для канала Военкор Котенок, и у меня краткая сводка о том, что Лисичанск наш, центр города, мы видим фотографии, пруфы, видео, все как любят люди в интернете, показывают, что город, наш центр города в наших руках, конечно, там могут где-то еще идти тяжелые бои, может быть не один день, но в целом перелом он наступил в этой битве, войска отходят, и я хочу сказать, что там остается буквально 2-3 села, и полностью территория Луганской Народной Республики, она будет освобождена. Я непосредственно участвовал в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики. В боях южнее Лисичанска сражается моя родная доблестная 4-я бригада, в которой я, собственно говоря, и прослужил все время в Луганске. Поэтому я очень рад, и я рад горд за наши войска, которые непосредственно прогрызали оборону, которые шли вперед, несмотря на трудности, несмотря на превосходство противника в численности, несмотря на натовские все вооружения, наши войска шли вперед и прогрызали эту оборону. И осталось лишь 2-3 села, и территория будет полностью освобождена. Конечно же, это хороший стимул и понять, как хороший повод думать, что скоро будет освобождена и территория Донецкой Народной Республики. К сожалению, с марта месяца, да, никаких продвижений, ну, вот на юге и в центре Донецкой Народной Республики нет. Да, с севера наши войска в мае порвали оборону и буквально полностью освободили Краснолиманский район. Сейчас они подходят к Славянску. Вот, но хотелось бы отбросить врага от Донецка, от Горловки многострадальных, потому что сегодня, вот, например, буквально может, минут 15 назад только дали свет по всему Донецку, Макеевке не было света, что-то там повредили, не было интернета. Вот, город продолжает страдать от обстрелов, гибнут мирные жители, и хочется уже, конечно же, дать им хоть какое-то облегчение. Честно говоря, после гибели вот там мирных жителей и детей, вот даже как-то вот стыдно, что ли, появляться в форуме, потому что какой-то чувствуешь немой укор, почему, когда мы это двинем. Гражданским людям ты не объяснишь тактику, стратегию, оперативное искусство. Они хотят видеть, чтобы их дети, чтобы они были в безопасности. Мы это обязательно сделаем, мы доведем дело до конца. Вот. Тяжелые бои идут на Угледарском направлении. Сейчас, пожалуй, на территории Донецкой Народной Республики это самая горячая точка, где противник пытается контратаковать, противник пытается идти вперед, но каждый раз получает по зубам, откатывается, и наши войска переходят в контрнаступление. Так как это все происходит в бесконечных полях, никакого медийного эффекта это не дает, потому что никакой населенный пункт не освобождается, никакой населенный пункт там не переходит в руки, это просто поля. Но знаете, что на том направлении наши войска и героически сражаются. Помните об этом. И помните самое главное, что враг будет разбит, и победа будет за нами.